Здравствуйте. Вы, наверное, меня не помните? Разве вас можно забыть? Ну, именно поэтому вы не взяли меня на работу. Точно. Я обязан пригласить вас на ужин. Серьезно, присаживайтесь. Знаете, самый лучший способ познакомиться с произведением архитектуры – это познакомиться с автором. Хотите, покажу? Хочу. Пошли. Мы уже уходим? А, я думала, ты уж давно ушла. Потрясающе, как всякая хорошая архитектура. Функция превращается в эстетику. Одну секунду. Угу. А вот. Черт, не подходит. Алло, мам, привет, да? Все хорошо, я за городом, да? Никуда не уходите, я сейчас вас сюда приведу. Да, хорошо. Вы Александр Стеблин? Да, я Александр Стеблин. Здрасте. Получите. Спасибо, а это что? Повестка на призывной пункт. Куда? В армию, ядренцы. Родину защищать. А. Да. Так, я, кажется, с удовольствием приеду, куда вы скажете, но сейчас понимаете некоторые недоразумения. И подождите, наклоняйся, наклоняйся. Вопросов нет. Пошли вперед. Разойдись! Дорогу! Так, держи его, Михаил. Да куда он едет? Послушайте, офицер! Заткни его, Михалыч! Чего это? Куда? Я же не виновата, что вас на работу только мужиков берут, как в армии. Здравствуйте. Серьезно, присаживайтесь. Знаете, самый лучший способ познакомиться с произведением архитектуры – это познакомиться с автором. А вот. Не подходит. Алло, мам, привет, да? Все хорошо, я за городом, да? Никуда не уходите, я сейчас вас сюда приведу. Да, хорошо. Вы Александр Стеблин? Да, я Александр Стеблин. Здрасте. Получите. Чего это? Куда?